Всем привет! Сегодня у нас на обзоре обновленный Infiniti QX60 в красивом белом перламутровом цвете. Поехали посмотрим, что он представляет из себя. Машина понравилась в первую очередь своей плавностью хода. Отлично подходит автомобиль для дальних поездок. Удобные кресла, кстати, с вентиляцией, подогревом, с такими вот крутилками. По динамике заявлено 8,2, разгон до сотни, максималка 190. Здесь у нас шайба есть, выбор режимов. Снег, экономный, стандартный и спорт. Это именно эта машина 2019 года, уже обновленная. Здесь увеличилась мощность двигателя до 283 лошадей, крутящий момент до 350, и немножко заявлено упал расход. В стандартном режиме машина хорошо слушается газа, быстро реагирует, вариатор ведет себя адекватно, каких-то проблем не доставляет. В целом хорошее впечатление остается о машине для семьи, для выездов на дачу, в какие-то путешествия. В нашей комплектации стоят 20-е колеса. Клиренс у машины 187 миллиметров. Можно себе позволить заехать на легкое бездорожье. Особо ничего не упирает. Давайте посмотрим, что у нас в салоне. В нашей комплектации кожаная обивка такого коричневого цвета, приятного, неплохо выглядит. Передняя панель с такой вот расцветкой, вставки под дерево, не знаю, насколько она настоящая. В целом дизайн ее выглядит немножко, конечно, уже устаревшим, но тем не менее в нашем автомобиле уже добавлено много электронных систем, современных помощников, адаптивный круиз, круговой обзор выводится на центральный дисплей. Он, конечно, все еще с небольшим разрешением, но не сказать, чтобы прям совсем ничего не видно, как в Range Rover предыдущих поколений. Вот. Обилие кнопок везде, сходу разобраться непросто, но потом привыкаешь. Передняя панель, ну, стандартная, с двумя колодцами, посередине цветной экран. На него можно вывести основную информацию. Да, тут же можно электронные помощники настроить. Средний расход у нас получился 14,5. Это где-то смешанный больше режим. По трассе удавалось снижать расход где-то до 10 литров. Ну и по городу с глухими пробками будет, соответственно, больше 15. На центральной консоли управление, соответственно, музыкой, навигацией, климатом. Внизу расположены две зарядки USB, прикуриватель. Два подстаканника в передней панели. На руле управление основными функциями. Часть кнопок еще вынесена сюда, под панель. Комплектация богатая все-таки у машины, уже в нюансах, когда начинаешь замечать
что все-таки много чего добавлено. Вот у нас тут, например, подогрев руля, рулевая колонка с электрорегулировками. Ну и, соответственно, мониторинг слепых зон, удержание в полосе у нас тоже включается на руле. Тут же кнопка управления адаптивным круизом. Здесь можно изменить поддерживаемое расстояние до впереди идущего автомобиля. Перед препятствиями автомобиль тормозит, если вы их не заметили уже в последний момент. Надеяться, конечно, не всегда на это стоит, но в некоторых ситуациях помогает. Особенно, когда вы что-то не заметили. Давайте попробуем усесться сами за собой, посмотрим, сколько здесь места. Спинка заднего сиденья регулируется по наклону, ездит вперед-назад. Запас остается большой, машина просторная. Для задних пассажиров из удобств есть подогрев сидений, климат-контроль для задних пассажиров, розетки, прикуриватель. Розетка здесь на 120 вольт есть, но большинство европейских приборов на это рассчитаны и будут работать. Только вот переходник нужен специальный. Управление вот этой аудиосистемой, которая, к сожалению, только работает с форматом DVD. Телефон подключить к ней не удастся. Ну, давайте теперь попробуем забраться на третий ряд. Так, сейчас мы еще задвинем. Попробуем до конца задвинуть сиденье второго ряда. Для взрослого человека здесь будет тесновато, в первую очередь, места для коленей. Чтобы ехать комфортно взрослым, придется сдвигать задний диван. Из удобств здесь на заднем ряду по два подстаканника с каждой стороны. Воздуховоды есть. Ну и для головы места тоже остается мало. То есть для детей будет хорошо, а для взрослых, конечно, не очень комфортно. Но, тем не менее, можно куда-либо доехать и разместиться при необходимости. Задняя дверь, само собой, с электроприводом. И при разложенном третьем ряде остается багажник. Ну, не сказать на самом деле, что он совсем маленький. Также вот крючки есть, чтобы можно что-то повесить. Розетка прикуривателя. Третий ряд складывается кнопкой. Ну, при заведенной машине. Либо вручную. И получается такой вот ровный пол и большой багажник, если сложить задний ряд. Ну, вот в подполье сабвуфер в нашей комплектации, медиасистема Bose. Набор инструментов. Ну и получается, что запаски-то у нас... А, есть запаска-докатка, которая находится снизу. И по отзывам ее не очень удобно доставать. Но, тем не менее, полноценное колесо все-таки есть. На данный момент цена QX60 начинается где-то от 3 100 000 в самой простой комплектации. И вот с оснащением, которое вот мы имеем на нашем тестовом автомобиле, ценник уже приближается к 4 000 000, что уже довольно внушительно. Но, насколько я знаю, у дилеров периодически появляются акции на эти автомобили с различными там условиями. То есть, если рассматривать автомобиль для семьи, стоит задуматься,
попробовать. Машина уже довольно известная. На американском рынке ее достаточно любят, знают. Да, она не совсем в каких-то нюансах современна, уже достаточно давно выпускается. Вот. Но стоит обратить внимание, потому что по части комфорта, удовольствия от рулежки, здесь все на высоком уровне. То есть стоит попробовать.